Езда вдоль портового шоссе опасна. На этом участке автомобильной дороги сходит грунт. О текущей проблеме рассказал мэр Магадана Юрий Гришан на еженедельном брифинге. По словам градоначальника, здесь опасно ездить. Года два назад у нас был несанкционированный сход грунта. Примерно 60 тысяч кубических метров сошло и завалило дорогу. Опасность эта не миновала. Камни больших очень размеров вылетают с сопки на проезжую часть, представляют опасность для граждан, для автомобилей, для особенно тех автомобилей, которые идут с нефтепродуктами. По словам главы города, специалисты ГЛУТ регулярно проверяют объект на предмет осыпавшихся камней. В будущем планируется установить видеонаблюдение. Проектировщики предложат варианты строительства защитной дамбы, рассмотрят ее возможные размеры и стоимость. Доступ к территории оползня, согласно поручению главы города, должны ограничить в течение недели. Также здесь усилят информационную агитацию о запрете несанкционированного отбора грунта.